Новотроицкое казачье общество существует более 20 лет. Ни одно важное мероприятие не проходит без их участия. Они и с детьми, они и с администрацией, и за порядком в городе, и на границе Казахстана с Россией тоже следят они. Среди благодарностей письма от губернатора области, местных церквей и дворового клуба с говорящим названием «Казачок», где участники общества во главе с атаманом занимаются с ребятами, причем плату за это не берут. Мероприятие, во-первых, у нас есть обязанности, что вести казачью работу, то есть приезжать на круги, на совет атаманов. Это все в Оренбург, это все тоже недешево, одна поездка, ну, порядка 3000 стоит. Затем клуб «Казачок» Анатолий Иванович Деревянко, при помощи его создали этот клуб «Казачок», тоже надо какие-то призы, что-то как-то им помогать. Несмотря на отсутствие финансирования, останавливать свою деятельность новотроицкие казаки не собираются. Поэтому и медаль «Патриот России» за воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству, полученная из рук губернатора, оказалась вполне заслуженной.